И срочная новость. Буквально час назад на Красноярской ГЭС произошел взрыв. Двое человек погибли, один травмирован. Все, что известно к этому моменту, проводили ремонтные работы. Взорвался баллон с газовоздушной смесью. Сейчас на место ЧП выехали медики, спасатели и полицейские. Работает и наша съемочная группа. Подробности мы сообщим в ближайших выпусках.